купила себе наконец-то новую клавиатуру. Во-первых, рад, потому что она тоненькая, да, вот такая вот. Вообще, это Logitech K800 Wireless. Тонкая, с ноутбучными клавишками, с подсветкой. Вот так, если провести рукой, то она светится. Что еще очень приятно? То, что, во-первых, все клавиши на месте. То есть, вот тут можно найти Windows клавишу. Они убрали, конечно, клавишу меню, но ее можно вызвать при помощи функциональной клавиши. В отличие от всевозможных Illuminated Keyboard, эта клавиатура, она содержит действительно все клавиши. Например, здесь есть Insert. Во-вторых, она очень грамотная. То есть, она сама собой загорается при поднесении руки, что довольно удобно. И гаснет, что тоже очень удобно. А потом клавишки, конечно, ходят. Ну, как всегда, ноутбучная клавиатура у Logitech, механика на самом, на хорошем уровне. Вот. Что еще? Много всяких прибамбасов классно. То есть проверить можно питание. Берем, раз, нажимаем, и оно показывает. Питание дофига. Заряжается от аккумуляторов от USB. Причем написано было, что клавиши, что проводок всего один, экстендер. На самом деле это не так. На самом деле проводка там два. Один зарядный, другой экстендер. То есть реально вот у меня на столе стоит USB-шный Universal Connector, вот, с которого эта клавиатура и, собственно, получает сигнал, передает сигнал, который. Вот. И точно так же я могу подключить к свободному USB-порту зарядку. Заряжается, говорят, на 6 часов. Если работаешь, 3 часа, если она выключена. Universal, в общем, работает вполне неплохо. Мне понравилось. В общем, я давно тащился от таких клавиатурок, тоненьких, классненьких. Тем более старое, что у меня нажималось с трудом, и половину букв глотало, половину ног добавляло. Надеюсь, это протянет дольше. Все, что пока что на Logitech, все тянуло довольно долго и неплохо. Вот так вот. В общем, я проперся от нее. Классная клавиатура.